дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай. С рождения Бобби пай-мальчиком был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и гобил. Что было дальше? Все дети, как дети, живут без забот. Счастливое детство. А Боб на диете не ест и не пьет. Бедненький мальчик. Копилку кладет. Деньги, деньги, дребезги, деньги, позабыв покойнее. Делай деньги. Белые деньги, а остальное все дребезги день. Остальное все дребезги день. Дальше что было? Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь фунт. Большие деньги. Стал Бобби мошенник, мошенники плут. Почему мошенники плут? Скопил целый пуд. А, молодец. Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех деньги на свете любил? Человек наш. Боб это забыл. Деньги, деньги, дребезги, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все дребезги. Эх, ходи, одноглазый. Оп! Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может.